Всем привет! Надеюсь, что меня слышно. Сегодняшнее видео будет очень интересным, потому что мы идем с магазина. Знаете, что мы купили? Мы купили новогоднюю елку 180 сантиметров и несколько игрушек. Все, мы уже дома. Там на улице сегодня у нас очень сильный ветер, поэтому очень тяжело было снимать. Вот такая вот елочка. Достаточно большая, 180 сантиметров. Мы выбирали между чуть-чуть поменьше, но она вроде как немного попушистей, и вот этой. И, в общем, мы решили взять немного повыше, не маленькую. Ну, там было, в общем, между 180 мы выбирали и 150. В общем, вот такая елочка. У нас уже теперь также мы купили два скотча вот таких вот бумажных. Я хочу позаклеивать окна, потому что некоторые не очень хорошо держат. Сейчас почему мы пошли в Леруа, у нас начала моргать лампочка в ванной комнате, и мы решили пойти взять новые. И там уже, на самом деле, самый новогодний базар открылся. Поэтому мы не удержали, взяли вот такой вот шарик. Очень красивый, он очень красиво блестит. Вообще классно. Взяли вот такой вот домик. Решили в новом году визуализировать свои желания. Он там, скорее всего, моргает или поет. Может, свет светится. Наверное, да, в каждом окошке свет светится. Вот. Такой взяли игрушку. Вот такая елочка. Не оставила нас равнодушными. Там, на самом деле, уже очень большой выбор. Но мы так взяли то, что самое-самое нам понравилось. И такой вот оловянный солдатик. Очень классно. На самом деле у нас вообще сегодня такой сильный ветер, и мы сегодня в куртках, дети в школу пошли тоже в куртках. Утром было 8 градусов, как-то так резко похолодало, но вроде к концу недели снова у нас будет 20 градусов. И утром мы сходили в магазин, немного закупились, и я так подумала, что, наверное, сегодня особо ничего интересного не будет, потому что сегодня курсы, школа, вообще все как обычно, думаю, поубираю и все. Но потом мы решили пойти в Леруа закупиться, и как оказалось, там на самом деле уже такая новогодняя атмосфера. Я немного засняла, там есть очень большие домики, катки, колесо обозрения. Я прям инстасторис сняла. Поэтому подписывайтесь на Инстаграм, там намного интересного. Вот, и я сначала думала, что не буду уже снимать, но когда мы в конце, когда уже все обошли, все выбрали, мы решили таки брать елку сразу, потому что, ну что, смысл, через месяц мы ее возьмем или сейчас ее возьмем, поставим, пусть стоит, как бы она нам не мешает. Тем более, пока выбор большой, как бы очень часто бывает, что все сметают, и все, как бы уже и выбираешь уже из того, что остается. Поэтому мы сразу взяли. Игрушки нам очень типа понравились, присмотрели еще другие. Но думаем, сейчас Хэллоуин пройдет, и тогда уже в городе будет много-много всего. Будут разные ярмарки, во всех магазинах ассортимент поменяется, и уже тогда будем дальше выбирать понемногу. Мы как бы выбираем, что нам нравится. Вот нам нравится эта игрушка, мы берем, как бы мы там сильно не заморачиваемся по поводу стилистики, но вот нравится, мы берем. Вот, так что так, сейчас пойдем менять лампочки, и я буду начинать убираться. Все, я переделала все домашние дела, я все убрала, все помыла, перестелила постели, позаправляла одеяло. Раньше мы просто сверху их ложили на пододельник, все, сейчас все позаправляла, все сделала, навела порядок, поставила стирку, в общем, все дела сделала. А времени у меня осталось немного, я сейчас доделала последнее задание по испанскому, которое я что-то как-то про него забыла. Вот сейчас я сделаю его, и пойдем на курсы уже заниматься, потом за детьми. И, в принципе, уже будем проводить свой вечер. У нас перевели часы на час назад. И в сутках у нас теперь на час больше, потому что пока еще не совсем привык к этому. Кажется, что одно время, на самом деле уже другое. Утром было темно, сегодня было утром очень светло. Дети очень рано встали. Вечером кажется, что уже поздно. На самом деле еще не поздно, но для этого мы ложимся раньше. В общем, пока у нас такая перестройка идет. Вот. И сегодня я переделала все дела. Справилась с одним окном. Сразу там заклеила в детской, чтобы ничего не дуло. Хочу оставить только в зале на проветривание. Все остальные окна заклеить, потому что они старые. Достаточно такие уже там слабенькие. Где-то все равно тянет, дует. В общем,
все это сразу решить эти вопросы. На улице хоть и ветер, и холодно, но в доме достаточно тепло, как бы вообще даже не чувствуется. Сегодня мы посмотрели, сколько стоит обогреватель, какие есть, что там вообще и как, что представлено. В общем, примерно так приценились, посмотрели. В общем, подумаем, посмотрим, может, пойдем потом купим, потому что, ну, все равно вечерком хочется, чтобы было потеплее. Все-таки в России ты привыкаешь, что очень тепло, очень жарко топишь. В Анапе у нас было индивидуальное отопление, мы вообще сами температуры регулировали, когда надо включали, когда надо выключали. В общем, было немного попроще, но здесь пока еще нормально, но пока еще как бы и не зима, поэтому вот так мы пока приценились, посмотрели и подумаем пока. Вот, ладно, буду, в общем, делать задание. Мы сидим, у нас уже вечер, мы перекусили салатиком, и сейчас мы будем закусывать все это вкусным-вкусным виноградом. На самом деле сейчас в магазинах огромный выбор хурмы, мандарины, апельсины у нас пошли, гранаты пошли, винограды всякие разные. Вообще просто такая вкуснотища, все такое спелое, вкусное вообще. Что, мы сидим, особо ничем не занимаемся, я хочу сейчас включить испанский, заниматься, потому что сегодня у нас было такой урок не сильно сложный, но завтра следующие курсы, завтра у нас Хэллоуин в школе, так что завтра мы идем еще на представление хэллоуиновское, вот, так что так вот проходит наш вечерок. Дети, кстати, не знают, что им приготовила фея, вот, но игрушки и елку они сегодня заценили, говорят, о, все, уже Новый год, ну, по идее, еще 2 месяца, но тут как бы готовится уже все, конечно, к Рождеству, и вот Хэллоуин закончился, сейчас все еще украшено Хэллоуин, а, наверное, со следующей недели уже все будет готовиться к Рождеству, к Новому году. В общем, все очень красиво, интересно. Так, ладно, пошла я кушать виноград. Я включилась, чтобы попрощаться. Я уже все сделала, погладила, повесила, так что завтра будет сюрприз. Вот, и мы уже все спят, хотя на самом деле сейчас не очень поздно, но из-за того, что часы перевели, то в старом времени, конечно, уже поздновато. Вот, я тоже собираюсь идти уже купаться, потому что я гладила, все это подготавливала. И пойду купаться, и отдыхать. Завтра у нас будет день, завтра Хэллоуин в школе, к нему мы готовы. Сам Хэллоуин будет в среду, 31 числа. Не знаю, что там еще будет. Завтра мы еще идем плюс на праздник, плюс курсы. В общем, завтра будет очень насыщенный день. Поэтому всем до завтра, всем пока-пока. Спасибо за лайки, комментарии, просмотр. Пока.